sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Всем здорово, дорогие друзья, всем зрителям и подписчикам моего старого доброго канала. С вами я, Шериф Маршал, и добро пожаловать на мое новое видео. И сегодня наша игра Evil Nun обновилась на 1.6.0, и мне уже не терпится посмотреть на это обновление. Быстро заходим. Так, загружается призрак, обучение, все тут настроено, нажимаем играть быстро. Мне уже не терпится просто посмотреть это обновление, я вам отвечаю. Так, нововведение, я, поскольку я читал, ничего не добавили, поэтому можно скипнуть. Кто хочет, сами скачивайте игру и смотрите, значит, это нововведение. Ну, я не знаю, ну, фу, сейчас мы будем проходить. Для начала мне надо, как всегда, найти Галь. Уже я один раз хотя бы Галь должен найти на видео. И вот я тут пишу. Кстати, надпись чуть-чуть поярче сделали. Это хорошо, ё-моё, опять так лагает. Стоп. Давайте среднюю графику поставим, потому что я не хочу, чтобы... Ну, такая низкая графика была. Погнали. Я... А. Стоп, где он? Где он? В самом последнем ящике, прикол. Так, закрываем. Открываем. Кнопка. Надеюсь, у меня прогресс не слетел, и у меня все главы тут остались. Так, пожалуйста, и... Ой, ё-моё. Стоп, я где? А. Есть, у меня не слетел прогресс. И, кстати, я забыл в тот раз получить достижение. Ну да, вы получили небольшое достижение. Ну что же, а мы тем временем ставим сюда вот и ставим наш... Черт возьми, Граль. Вот, он вставляется. И самая длинная река потекла туда. А, дуреть. Ух ты. Здрасте. Достижение получено, собрать маску. Какая-то дорогая. Вау! А, дуреть! Что тут происходит? Что за... Это еще что там? Чё? Где? Когда? Какого фига? Я не понял. Маска! Взять! Стоп, подождите. Я хочу почитать просто это. А. Ну понятно. Очень грустно. Давайте наденем маску. Вау! Мы надели маску, друзья. Мы в маске сейчас. Но мне интересно, вот что это такое вот. Ладно, ладно, ладно. Это вот что, можно сбросить? Вау! Здрасте! Там дети? А дуэть? А тут не слезу? А, точно. А тут вот... Да. А что? Вау! Люк! Открыть. Ну ладно, была не была. Ох! А, дуэть! Здрасте, мордасте! Я Шериф Маршал, как вас зовут? Одуреть. Вот это обновление, я так понимаю. Вы что тут делаете? Хватит работать на эту монашку. Вы что тут делаете вообще? Кстати, смотрите, у них у всех замки там на маске. Одуреть. Да. Так, это что? Это тубзик. Что тут делаешь? А. Ну, понятно, я лучше валю отсюда, я не хочу никаких проблем иметь. Посмотрим, что тут еще есть. Такс. Тут ничего. Кто им говорит, мама? Что, где, когда, какого черта? Кто там кричит? Ой, ё-моё. Здрасте. Монашка. Что будешь, ты что делаешь? Иди-ка ты отсюда. Вали давай. О, кстати, баг.
Нормально. Вали отсюда. А кто же гадина? Закрыла меня тут. Нормально. Но мне интересно, вот почему она так ходит? Слушай, ты... Она куда-то нас ведет, кажется. Мне кажется, она куда-то нас ведет, Мне кажется, реально, стоп. Да, реально, она, кажется, куда-то нас ведет. Вот такое чувство у меня. Давайте, пойдите, не... Пойдите, не мешайте. Вот, ты куда-нибудь сюда ведешь или что? Ой, блин, куда я залез вообще сейчас только что? Здрасте. О! 0612. Спасибо за код. Я понял, кажется, это от чего. 0612. Сюда? Да. Так, с... Ой, не туда. 0. Давайте 6. И... 12, да? О, отлично. Адуэнна. Ну, не закрывай, попробуй закроешь. Хотя, кто-то я уже разблокировал, навряд ли она откроет. Так что тут. Опа! Связка ключей. Одуреть. Здрасте. А для чего там связка ключей? Ну тут само собой закрыто. Так. Нормально, я его разбаговал. Ну, очень круто просто. Я, кстати, понял, это для... Это ключи для связки, да? Ну да, кажется. Ах ты! Вы видели это что-то, что было? Отдуреть. Ага. Но я что-то ничего не понимаю, что тут надо сделать вот. Ну ладно, давайте выйдем все же на открытый дворик и посмотрим, что там можно, ну, поделать. Ну, попробуем, как всегда, поделать всякой дурни, там всякую штуку сделать. Ничего себе, небо, конечно, поменяли тут вот. Круто. Смотрите, как небо тут крутое сделало. Даже луну добавили. Очень круто. А, кстати, это добавили, чтобы тут какую-то табличку добавили. Давайте почитаем. Что? Ой. Монахиня водитель не собирается ехать снова. Ну не знаю. Летний лагерь. Билет тебе в продаже. Вы научитесь играть и, ну, так далее. В компании наших любящих монахинь, ну понятно. Очень круто вот. И, кстати, вот мне интересно посмотреть все же. Опа, там кто-то делает. Давайте что-нибудь попробуем. Надеюсь, что у меня тут все аккуратно и нормально получится. У меня лагать что-то. В общем, друзья, я понял, что надо тут делать. Вот, во-первых, значит, надо вот тут вот спрятаться и подорвать монашку. Вот, это вот. Так, иди сюда. Ну, мужику тут работает легко. Давайте. Ой, я... И все, тут все, ёкарный бабай. Все горит. Нормально. Я теперь понял то, что вот, вот после того, как мы подорвали тут весь полгода и, ну, как бы монашки больше нету, ну, как, мы ее подорвали к чертям, мы можем сюда зайти, да? Ты готов, иди сюда. Вот, нам дверь открывают вот сюда, вот. И тут у нас такой челик вот. Оу, челик! Я, кстати, тебя видел, вот, когда тут 20 раз проходил, но так близки. Кстати, у тебя ноги нету. Ладно, давайте поговорим с ним. Наконец-то ты здесь. Это был долгий путь, и ты прошел все испытания, которые я для тебя приготовил. Окей, а дальше что? Пришло время спасти всех детей из плача. Надеюсь, ты готов? Ну да. Возьми чертеж с моего стола и отдай ему ребенку, который знает, как их почитать. Ребенок поймет, что... необходимо сделать. О, вы еще не открыли истинную проблему. Пробуйте и... А, то есть надо маску активировать. Я вообще не знаю, как это активировать, поэтому я не собираюсь ничего находить. Тут, кстати, о, новый значок. Вау, это еще куда? Вау, я телепортироваться могу. Это очень круто.
очень даже круто. Ну ладно, мне еще через этого ремесленника там надо поискать. Я думаю, так понял, что он в прачечной. Так что... Ага, огромное спасибо тебе, монахиня, теперь тебе респект за это. В общем, давайте отсюда пройдем, потому что там монахиня нам все перекрыла и бух, и что же, кто из вас ремесленник, друзья? Кто из вас ремесленник, я так понял. Здрасте. Здрасте. О, кстати, ты что, что? Ведь ты? Мальчик-ремесленник, да. Вспомните, это тот самый лифт, который там наверху. То есть он нам собирал и жвачную пушку, и куклу, и кроссовки. На, возьми. Ты отдал через же мальчику-ремесленнику. Ну круто, и что? И? Он всем говорит идти туда. Но, слушай, тут как бы проблема, не такая уж и жесткая проблема. Ну ладно, давайте аккуратно. Тут я дверь сблокирую. Ты куда? Где нафиг? Надеюсь, сейчас тут никого не дохнет. Ждите, вы куда идете? Совсем дебилы. Подождите, надеюсь, сейчас монахи там ничего не понадобится делать. Давай уходи отсюда и не возвращайся. И... Вау! Он уже успел фургон переставить. Ну, соглашусь, очень круто. Ну ладно, друзья, давайте на этом видео закончим. Я уже остальное в следующий раз пойду. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, какие игры мне еще снимать. Всем огромное спасибо, всем удачи и пока-пока.